какой артиллерии украинские используют здесь, Сережа? 120-е минометы и танки. 125 мм снаряд. Как здесь обстановки? Слышишь, нормально. Тишина, перемирие, видишь? Вот так. Раньше мы были на другой передовой, рядом Маринка. Там, в принципе, более-менее тихо. Из-за того мы приехали здесь, рядом Пьески. Я был здесь в прошлый раз в ноябре, уже давно. И там позиции ополченцы был, там сейчас. И уже дальше. И сам слышишь, что это здесь. Ага, достаточно активный здесь уже. Ну не бой, обстрел идет, Вольво. Обстрел нет, идет, Вольво. Это во. Это во. Сейчас еще один будет. Больницу не отпускают, хоть в гости скажу. Блять, Саш, найди огнетушитель все-таки. Ну там ордена теперь делят, что же. Обстреляли, да, довольны, сейчас горит у них. Они нас по рации, когда сколько раз выходили. БТР обстрелял. Сепаров, давай сепаров поубиваем. Давай, что там эти твари там делают. Когда уже сепары, сдавайтесь. Вон, сдавайтесь. А там то, что там за нашими спинами мирные живут, им по барабану. Попали машины, пули разрывные. Где сепаров? Мирные. Они говорят, Россия стоит. О. А где с Донецкой Россия? Области. Где? А? Где Россия? Один Донбасс стоит. Где Россия? Покажите мне. Хоть одного русского. Где? Нету. Донбасс стоит. Я с Донецкой области, город. Я тоже знаю, я с города Снежного. У меня тоже жена, двое детей.
И что мне делать? Они вот недавно берут и бомбят Донецк. К чему? По мирным жителям. Дебилы. А говорят, что это мы. Ну да, их, сука, брать на голову, им отрезать, как в Чечне. По-другому нельзя с ними делать. Как? Повском, да? Владивосток. Это я. На, фамилия, не учится, все положено. Я уже все равно у них на сайтах есть, мне все равно. У меня военный билет такой. Спасибо, Саша. Вот. У меня военный билет, вот он. В Украине я служил. Точно такое же. Кириленко, да. Ай, смотри. Я туда еще попаду, им головы поотрезаю. Да, здорово. Ну что, если в Америке по-прежнему боретесь, да, с курением? Все? Боретесь с курением, говорю. Я не понял. Говорю, с курением боретесь? No smoking. А то я сейчас перезаряжаться буду. Ой! Нормально, ничего не падает. Поймал. Ты говоришь, шоу? Поставишь шоу, час, час, час. Час, спасибо, спасибо, спасибо. Оттуда не пойдет. Там деревья. Смотри, деревья, там неудобно будет. Громко едет машина, у меня два сына. Он только слышит гул, он бежит и ищет, куда заховаться. Он падает и ховается. Ребенок, которому одному два, второму семь. Вот. Он бежит и ховается. Как такое может быть? Я не хочу детям, чтобы они выросли, у них такое было детство. Вон. Зачем такое детство детям? Ну, так они и делают с наших детей, каких-то заик. А потом пытаются рассказать, что мы тут такие. Какие мы? Мы стоим, свое защищаем. Свое, мы ихнее не берем. Не надо к нам лезть. Что, я к ним в Западную там. Украину пришел, да, разбивать или еще что-то? На Киев, на их. Живите там. У вас своя жизнь, у нас своя жизнь. Мы вас не трогаем, и вы нас не трожьте. Обычные каменщики, водители, слесари пришли сюда воевать. Шахтеры, в основном шахтеры. Я шахтер. Я каменщик. Дома строил себе потихонечку. С ремонтами занимался. Построил дома. Все. Построил, да. Он теперь какая-то сука. Сука ебанулая, дома этого нету. И что с ним сделать? Им руки ему отрезать. А что им? Им все равно. Они как били сюда, убивали. Если они он на Порошенко, как говорят, та ты кто нам, власть. У нас есть свои законы. Все, мы хотим войны. Там вот стоят убийцы, которые убивают. А кого убивают? Когда оттуда вас Мариуполь, все говорят, что постоянно, то девчонок... Пеной задули эти укропы, блин, поубивали. Еще чего-то. Это мы убийцы, которые меня... хотим свою семью защитить, дом меня свой. Меня в Нижнем соседку износил. У меня по отцу есть родной брат. По отцу. Мне сказали, что он там стоит, воюет против меня. Как брат в брата стреляет. Брат родной. Он там на песках стоит против меня воюет. Классно мне? Ну я за то, что он там стоит воюет, я буду стрелять на поражение. Если он меня увидит, я ему так и скажу. И, да и говорить не буду, я его увижу, я буду стрелять на поражение. Потому что он пришел сюда стрелять, он убивает. Вот мирное население, которое стоит впереди. Его впереди, нас сзади. И мы для них уроды. Мы для них какие только, нет, наверное, оскорбительные слова они на нас только не говорили, что мы только не наслушались. Как они мне один, мы звонили, как-то связывались, просто по рации передали номер телефона, это мы напротив Чермалыка в набережной стояли. Нам начали звонить.
Один говорит, там мы для вас, для каждого, вы приготовили яму 2 на 2, говорит, мы вас всех закопаем. А тех, которые останутся живы, нам сказал Порошенко, что с этим, который гомосек был, сказал, что, короче, вы у нас по 5 рабов у каждого будет, и по 2 гектара земли. Ну они сразу сказали, Донбасс да. Это рабы. Они же ходят, у них написано, рабовладелец. Донбасс, они сразу сказали, Донбасс, тут живут одни рабы. Да. Так ты этих рабов попробуй возьми. Я буду стоять до последнего, я не уйду отсюда. Уйдите с наших земель, я брошу эту балалайку. Она мне нафиг не надо, я буду себе работать спокойно. Все. Землю копать, садить, да. Огурцы, картошку. Обеспечу свою семью, жизнь. Вон они мне в Славянске 2 дома раздолбили. Мне их теперь восстановить надо, заново построить. А где я возьму вот эти финансы? Они думают, мы тут все наемники, все эти. А я из-за того, что они мне просто дом взорвали, столько людей поубивали. Я буду здесь стоять до последнего. Из-за своих детей. Потому что мои дети хотят. Я их пустил на свет не для того, чтобы какая-то сука пришла и убила ее. Мою семью, уроду. Дай бог вашим семьям такого не видеть. Да не видят. Активные вещи. Крем. This is real. I got an apple, don't I? It's a fucking good ass fucking interview. Yeah. He was eating some good stuff.